Всем привет, друзья! Вы на канале Орео Вероника. И сегодня у нас рубрика «Как мы снимаем видео». И угадайте с кем? Ну, конечно же, с Two Sisters Sobol'ями. Мы опять встали рано, сегодня воскресенье, и мы встали в 6:00. Мы будем сегодня снимать Картонная космическая станция. Картонная космическая станция. Я могу запомнить. Мы сейчас, наверное, опять идем в Макдональдс, как всегда, и покупаем кофеек. А концовка у этого видео будет вообще необычная. На этом корабле будет телепорт, и мы телепортируемся в следующее видео. Это видео будет на канале Two Sisters Sobol'ями. А нельзя по-моему? Нет, утром нельзя. Витаю, замовляйте. А можно, пожалуйста, американо без молока, 2 сахара, круассан с шоколадом и круассан с миндалем? Ура! Моя еда! Еда! Иди ко мне сюда! Где мы кушать будем? Где мы будем кушать? Да. В машине? Ну, в машине же. В машине нельзя кушать. Нельзя, я тут уже насорила один раз. Какими-то орехами это для тебя, которые... Да, это для тебя. Ура, это мой круассанчик. Буду кушать. Встретимся уже, когда будем снимать. Девочка, расскажи нам что-нибудь. Расскажи что-нибудь подписчикам. Мы только что бегали от непонятно кого. У нас вон там кроссовки передвигались, у нас была мистика. Фантастика настоящая? Да, но мы подозреваем Виолу. Ну да, она пошла в класс. Идем. 3. Что это? Мы не должны это просто так оставлять, мы должны спасти YouTube. 3. Мы не должны просто так все покидать. Стой, Саша. 3. И как же мы оставим? Нет, мы не можем это просто так оставить. 1, 2, 3. И как мы это просто... Мы не можем. 1, 2, 3. Мы не можем все просто так и оставить. Нам нужно спасти YouTube. И что ты предлагаешь? Лететь в космос? Ну, а если мы не вернемся? 3. Ну, тогда надо лететь. Ребята, мы вас не бросим, и мы вас любим. Поехали. Ну, Вероника же не одевает, да? Нет, сейчас все одеваются. О. Просто она не летит с вами в ракете. А пояса где? Аккуратно, там внизу должен быть. Мой самый большой. Костюмы астронавтов? Ага. Пошлите. Девчонки, вперед в космос одеваться. Сашины длинные волосы. Рыжие? Да. Ты сегодня космонавт? Угу. Космические ежи. Может, мы уже прилетим в ракете и закончим сегодня до 12 ночи? В 9? В 10. Я не думаю. Если вы так будете вниз вверх ходить, я думаю, не успеем. А в 1:00 ночи? Где-то. Нет. И какое-то движение делаем на 3. 1, 2, 3. Все. Раз, два, три. Вау! Вы когда-нибудь летали? Хотели бы полететь? Нет. Черную дыру хотели бы. А хотели бы полететь Мой папа летел в черную дыру. Или что с ним случилось? Нет, спросите у него. Все про черную дыру. Как ему удалось вернуться? Не из гипердвигателя. Чего? Иди погугли. Давайте снимать. Давай. 3. Меня сейчас тошнит, а у меня кружится голова. Вален, закрываешь шлем. Мы потом снимем шлем. Раз. Я сниму шлем, я лысой буду. 3. Девочки, держитесь, включаю суперскорость. Ничего. Космо-ежи. Космо ежики. Давай, раз. Не, можно что-то другое скажу? Что? Ты должен сказать проиграть. Саш, давай ты сейчас поворачиваешься. Девочки, смотрите, здесь какие-то экраны. Повернись сюда сейчас. У нашей подруги Леди Дианы осталось совсем чуть-чуть ее каналов. Фить. У нашей подруги Леди Дианы осталось немножко... Чуть-чуть. Раз, два, три. У нашей подружки Леди Дианы осталось совсем чуть-чуть. Ее канал удалит. Ты нет? Спишь? Нет, нет, нет. Девочки, давайте ее быстро разбудим. Раз, два. Вероника, как ты только отворалась? Я упала в люк. Раз, два. Раз, Вероника, два, три. Я тут уже месяц, я тут оказалась... Фу. Я тут... Три. Ого, здесь столько много шариков. Шотку полезли. Стоп, 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 стоп. Тут опять космо ежи. Какой-то выход. Два, три. Я теряю сознание. Смотри, ты говоришь... Она должна потерять его? Она потеряла. Спасибо. Тут пельменями пахнет. Стоп. А меня? На Алиэкспресс. Два, три. Ну как ее превратить? Как привести в чувство Веронику? Раз, два. Три. Но как привести с чувств? Раз, два. Как черепахи встают? Как черепахи говорят вообще? Они как встают. А что у меня старик встает? Что? Вот как смотрите. Черепахи встают? Смотрите. Утром? Смотри. Нет, вообще, они же реально спят. Саша, никак. Давайте я попробую эту стенку выбить молотком. И раз, два, три. Бесит, раз, бесит. Два, раз, три. Два, раз, два, три. Ой. Стоп, стоп, стоп. Это части попила. Раз, два, три. Фух, девочки, полезли, но только осторожно. Че же вы вдвоем полезли? Я хотела. Я. Не-а, кто-то создал. Ой. Ее фотка с нами. Зайди на маму на фотку. Нажми на фотку. 1К. Обалдеть. Надо подписаться. Мам, подпишись. И все равно лайк не смотрю. Да. Ух ты ж. Да. Это лайк? Это лайк, да. Лайк для малышей? Да. Да, вот эти лайки, а мы в ТикТоке. У нас там столько много подписчиков. Да, целых 20. Тренды. Лайк же для малышей. Да. Тренды такие же. Ребята, всего 10 секунд. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ура! Получилось. Ребят, спасибо. И потом с этой стороны еще. Все. Пока, девочки. Увидимся на земле. Теперь сюда. А виола вот она сидит. Что ты вырезаешь? Иллюминатор. Да. Ну что, для чего ты переоделись? Потому что нам нужны ножницы. Ой, зачем нам ножницы? Вы должны переодеться, а потом нужны. Ножницы. Давайте, переодевайтесь все, девчули. Ножницы нужны. Смотри, иди переодевайся, смотри. Важно один лопнуть. Лопнуть. Раз. За коронавирус закрывай уже. Раз, два. Где мы, девочки? Ты такая... Я не знаю. И такая смотришь сюда. Давайте ставить лайки, подписываться на канал и бойтесь. Да, сколько получилось часов отснятого материала? Час точно. Так что, вперед монтировать? Поехали.